Сотовый телефон в пене для бритья передали в посылке для заключенного. Тайник в неожиданном месте обнаружили сотрудники Тавдинской исправительной колонии. В баллонах они нашли два сотовых телефона с сим-картами. Предназначалась посылка человеку, который приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Отправителю теперь тоже грозит наказание. В пресс-службе ГУФСИН отмечают, что это уже 5-й случай за неделю, когда запрещенные вещества передают в пене для бритья. Все предметы изъяты, и осужденным теперь нечем бриться.